Всем привет! Сегодня на обзорном столе последняя охота Крейвена, издание Камильфо в рамках золотой коллекции Marvel. Классная вышла книжка, издание интересное, сам комикс, безусловно, уже отличная просто классика, потрясающе известна. Это лимитированная обложка, мне она очень нравится, что-то в ней есть такое кринжовое, абсурдно глупое по современным меркам, и при этом мне она очень нравится, именно поэтому, по этой причине. Показаться, собственно, с инвертированными карандашами классные. Предисловие. Очень здоровское предисловие. Отдельно хочу заметить. Было интересно его читать, потому что в этом формате я комикс не читал. Предисловие я не видел ранее. Вот. И Диметти здесь как раз-таки, по сути, подытоживает тем, что истории живут собственными жизнями. И не пытайтесь меня убедить в обратном. Очень интересная штука о том, собственно, что вот комикс и любая история, как бы ты ее ни придумал, она все равно в рамках своего контекста и своей вот динамики живет, собственно, действительно своей жизнью, и то, как все обернется, и как ты это придумываешь, оно никогда не поддается контролю ни при какой методологии. Это очень прикольная штука в плане такого именно авторского, собственно, авторского рассказа о том, как эта история придумалась. То есть очень классно, обязательно почитайте, если приобретете комикс. Крейвен Охотник, собственно, один из самых ранних и самых, на мой взгляд, глупых врагов Человека-паука. Не в плане, что он глупый, а в плане самой идеи. Некий русский вот охотник, такой эксцентричный чувак, богатый, который, собственно, своим вот фетишем делает эту вот охоту на дичь всякую, в общем, в том числе и на Человека-паука. Ну, как бы 60-е годы много чего порождали странного и забавного, оттуда и Человек-паук появился, поэтому, ну, не мне судить. В рамках самого комикса я буду рассказывать спойлеры здесь, потому что история старая и, собственно, вся крутится на одном моменте, который так все уже, я думаю, знают. Если не знают, то скоро узнают. Крейвен Охотник выходит, скажем так, на действительно последнюю охоту, как и гласит название, и пытается победить, как бы с виду победить своего врага Человека-паука, но на самом деле комикс не совсем о победе над Человеком-пауком, а скорее о... скажем так, последние дань уважения своему главному врагу, которого он не смог победить, Крейвен. Очень символичный комикс, мне он больше всего нравится именно за атмосферу, за подающий сценарий, за то, как он написан. Этот комикс стоит наравне с убийственной шуткой, на мой взгляд, ну, может быть, шутка чуть более, скажем так, драматичная, инновационно по подаче, она все-таки более современно для 80-х была сделана тогда, более... Точнее, не современно, а наоборот, скорее вот более инновационно сделано. Но этот комикс, например, можно сравнить также с Longbow Hunters, Green Arrow, Зеленый Стрелы, который недавно рассказывал я про него, и думаю, отдельно еще видео сниму. Там как бы вот примерно то же самое, то есть берется какой-то стрит-левел персонаж, берется аспект определенной его жизни какой-то, и вот он показывается с другой стороны. В данном случае это Человек-паук и его страх. То есть, да, комикс в целом как бы о Крейвене. Крейвен тут использует Человека-паука. Человек-паук больше такой здесь инструмент. Скажем так, жертва судьбы. Вот. Но очень многие вещи здесь классно под. Например, как вот Мэри Джейн сбивает крысу насмерть. Вот. Потом сама о себя в шок приходя. Как Питер в конце после его травмы, того, что Крейвен похоронил его заживо, пытается преодолеть свои страхи и, собственно, справляется благодаря Мэри. О том, как... судьба здесь сводит персонажей, так как так бы именно романтичным по комиксному, когда вот Крейвен спасает от потенциальных маньяков Мэри Джейн, ну, и переодевшись, собственно, как раз-таки ее мужем, Человеком-пауком. Много этих вещей, они здесь сделаны именно как такой некий символизм, связывающий все воедино. Особенно круто в этой истории работают финальные панели, все вот эти вот. То есть то надгробная плита паука, то надгробная плита Крейвена, то вот этот мужик с лопатой, который весь комикс буквально постоянно роет могилу, как бы разные, но на самом деле ту самую могилу, которая будет показана в конце. Ну, точнее, при последнем выпуске. Все это очень мощно, красиво работает, нагнетается такой пафос, и как бы даже несмотря на то, что ты знаешь исход истории, даже если ты не знаешь спойлера Крейвена, ты понимаешь, что это Человек-паук, он выживет, все у него будет окей. Все равно вот то, как нагнетается здесь атмосфера, это дорогого стоит. Это качественный нарратив, это прям комиксы вот чисто такие вот по наследию 80-х сделанные. Все очень-очень мощно. Вот обратите внимание, тоже повторы как инструмент вот этот вот он идет, где говорит Крейвен. То ли два, то ли три здесь раза, уже не помню. Вот как раз он вышел, он идет. То есть эти вот вещи такие
Очень круто сделано. Опять же, композиция внутри композиции. То, что я вот не раз обращаю внимание, где паучок ползущий, вот это вот, меняется фокус на одну другую сцену уже после сна. Ну, в общем, это просто очень качественный комикс. То есть все вот эти вещи кажут, что как данность некая, то есть что, ну, комикс так и должен работать. На самом деле нет. Если брать современные комиксы, очень мало авторов так подходит к истории, так ее прорабатывают и так используют эти вот инструменты не ради картинки, а ради именно драматического эффекта, чтобы усилить сценарий. То есть сценарист работает с художником. И это как раз один из тех золотых, скажем так, примеров, вот, когда все просто сходится в какое-то, ну, что-то нереальное и действительно уже ставшее современной классикой. Единственное, что мне не очень нравится непосредственно в издании и этом, и американском, вообще в современных репринтах всех, это что некоторые страницы, видимо, ввиду уже возраста или того, что сканы растягивают, они заблюрены. Это мало где видно, но есть такие странички. Например, страничка, где вот Мэри как раз крысу убивала, по-моему, где-то там, в том районе, была вот эта вот страница. Сейчас я поищу ее. Да, вот эта страница. Здесь ее такой легкий... блюр или муар, как это называется, он не везде виден, но на некоторых страницах есть такая тема, и это, насколько я знаю, именно из-за сканов, потому что я находил цифровое издание современное, комикс тоже на основе которого, так понимаю, делался этот релиз, там как бы тоже эта проблема присутствует, то есть это не косяк Камильфо ни в коем случае. В конце идут очень классные допы в виде таких набросков, точнее не набросков, а чистовых рисунков карандашных Майка Зека. Очень классный художник, прям очень. Мне покрас, честно говоря, не во всем нравится. Это такой типовой для 80-х покрас, когда начали экспериментировать уже с какой-то, видимо, постобработкой, цифровой, возможно, или просто, может, цвета такие были модные. Но вот этот вот рисунок, он похож на покрас Стива Олифа, для, например, того же God Loves, Man Kills, X-Men серии, как раз ее сейчас перечитываю. Вот один из моих любимых комиксов Marvel и Люди Икс тоже. И там вот эти вот как раз кислотные, вот эти красные цвета с такими околоградиентовыми штуками вот здесь в начале, вот, тоже присутствуют тогда как бы в целом. Это уже не... На фоне постобработки, может, конечно, переборщили с красным, но в целом как бы вот покрас очень вот здесь, вот этим местам, очень типовой для многих комиксов 80-х. Но в целом он прикольный. Он прикольный, в этом есть определенный шарм, опять же, и зерно некоторое он дает. И в целом, как бы, вот этим чем-то стареньким он дает, и, в принципе, это работает, ну, ура. Очень крутая работа. Можно сказать, что, в принципе, если выделять там 3-5 комиксов по Человека-паука, мне кажется, последняя охота Крэйвена будет вообще на первом месте везде, потому что, по сути, по Человеку-пауку нету, как бы, комиксов, которые были бы и в каноне, и, опять же, 18+, и столь мощными, цельными, как бы, и... Ну, просто оригинальными, банально. Мне кажется, их практически нету. По сравнению там с Бэтменом каким-то, где можно найти их кучу. А здесь такая работа, она уникальна, и, в принципе, аналогов у нее нету. Современные сиквелы, я вообще молчу, там, по сравнению с этим, полная колуха. На этом у меня, наверное, все. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч.